Здравствуйте, мои хорошие. Сегодняшний обзор начнем по-королевски. Виолет Квин, фиолетовая королева. Необычайной красоты мультифлора. Не зря она королева. Очень, очень, очень красивая девочка. Очень красивая. Цена 350 гривен. Вот у нее цвет, ну, ее называют голубой, она не голубая, она действительно фиолетовая. Но насколько у нее красивый оттенок, ну, не передать. И почему по-королевски, ребятушки? Их есть 40 штук. Было немножко больше, но разобрали девочки, которые звонили. Знали, что в пятницу у нас завоз. В понедельник, вторник уже и уедут. Достала из лотка показать вам отдельно растение. Корневая у Violet Queen у всех, как один. В группу Вайбере сбрасывала девочкам. Как только они пришли в магазин. Поэтому, если кому-то нужно сбросить ссылку на группу Вайбере, могу сбросить, кому интересно. Нет, смотрите у Светочки на канале на сундучке, либо на Фейсбуке у меня. И еще одно, ребята, если вы пишете комментарии на Ютубе, я эти комментарии читаю, когда захожу на Ютуб, их видит Светочка. Поэтому пишите в личку, там быстрее увижу. Есть вот такие вот кустики, которые только начинают расцветать, у которых еще, смотрите. Но кусты вообще очень хорошие, ветвистые, замечательные. Есть немножко больше раскрытых цветочков, раскроются дома. Видите, при транспортировке бывает вот такой вот вариант случается. Но растенька очень красивая. У нее слегка махровый, такой волнистый, вернее, краешек. И цвет очень интересный. Violet Queen 350. Биелип мультифлора. Таких свободных есть 4 штучки. Тоже обильно цветущая. Мультифлора в переводе называется обильно цветущая. Тоже есть, которые только начинают распускаться. Которые есть немного больше распущенные. Расцвевшие. Корешки тоже у всех пушистые. Эти пушистики 300 гривен. Вот такая вот очень интересная мультифлора. У нее такая полосатенькая губа. Я называю таких полосатиков матрасиками. Как для мультифлоры цветочек крупный. Их есть 2 штучки. 320 гривен. Когда в магазин приходит и говорят, выберите мне красивенькую, я всегда говорю, что красота у всех ассоциируется с разным, по-разному. Ну, я люблю биглипы. Уже все знают, кто смотрит мои видео, все знают, что я люблю биглипы. Ну, для меня вот это вот красивый. Таких есть 3 штучки, 300 гривен. Вот это вот 2 кустика пониже, один кустик есть повыше. Интересные оттенки. Вот темно-бордового до белого. Кустики компактные. Вот эти 2 невысокие. Тот, который чуть-чуть повыше второй, ну, третий. И цветочек крупный. Еще одна очень красивая мультифлорка. Это которая красная. Все мы знаем, что красная не часто бывает в завозах. Это восковичок Феникс. Феникс уже когда-то был у нас в заводе. Тогда он был 450 гривен. В этот раз цена просто волшебная. 350, как для этого сорта, очень хорошая цена. Восковичок плотная, красивая, пушистая. Свободных 4 штуки. Девочки, если кто-то, которые не дозвонились для заказа, мальчики, девочки, звоните в понедельник. Не все заказы успеваю вовремя обработать, поэтому извините. Свободных 4 штучки. Цена 350 гривен. Некрасивых орхидей нет. Яркий, красивый Роттердам. Роттердам любит давать прикорневые детки. Всегда обильно цветет. Цветочек. Сейчас померю, скажу. Наверное, сантиметров 8-9.
Обманула, 7,5, но обычно Роттердам приходит не очень крупный. Это мультифлора, поэтому все мы знаем, что мультифлоры цветочки идут от 3, ну, максимум до 5 сантиметров. 7,5 для мультифлоры это довольно-таки крупный цветочек. Так как это невысокая орхидейка, вот на фоне того, что это растение где-то сантиметров 40 по высоте, цветочек кажется очень большим, именно визуально. Роттердам свободных есть 2 штучки. Цена 300 гривен. И еще один, как на мой взгляд, шикарный восковичок. Зорро. Little Zorro. Зорро. Яркий, красивый, насыщенный. Такая у него мелкая сеточка, как видите. Плюс ко всему восковичок. Восковички, как я вам уже говорила, всегда долго цветут. Свободных 5 или 6 штучек. Цена 350 гривен. Зорро тоже ароматная орхидейка. Из сортовых мультифлорок есть еще Сого Тина. Тина – женское имя. Если кому-то плохо слышно, иногда бывает, говорят, не расслышали сорт, как называется. Она не однотонная, она многоцветная, очень интересный сорт. Цена замечательная, 280 гривен. Пушистая, очень пушистая. Смотрите, сейчас так вот поставлю. Много бутонов. Веточка одна, но она разветвленная. Вот это вот чем славится мультифлора. Обильно цветущая. Сорт, кстати, по-моему, пробит. Да, сорт пробит. Некоторые спрашивают, что значит сорт пробит. Ребятушки, сорт пробит, это значит лазерная насечка производителем, то есть садовником на горшке. То есть здесь вы точно покупаете тот сорт, который я озвучила. Я или кто-то другой. Целая гроздь прямо. 280 гривен Сого Тина. Мультифлора в этом заводе вся шикарная. Сорт Саншайн. 300 гривен. Ароматная. Саншайн одна. Яркая оранжевая бумага у нее. Корешки показываю сразу. Еще одна пушистая мультифлорка. Сайли Том. У нее на нижних сепалиях, как бы вам показать, там есть мелкие-мелкие такие конопушечки. Цветочек для мультифлорки тоже большой. Цена 250 гривен. Такая тоже одна. О, даже сорт пробит. Тоже любит давать прикорневых деток этот сорт. Вот такие мимимишные мини. Два цветоноса. Pink Girl. Розовая девочка. 170 гривен вместе с керамическим кашпо. Вот одну достала показать вам. У нее листочек мелкий варигатный краб такой. Ну, это называется варигатность. Какой-то краб, полосочки. Это называется варигатность. Сам цветочек такой вот длинной, красивой, голубой. И сам весь такой мелкую-мелкую конопушечку. 270 гривен пингеру. Вот такие вот еще две минички есть. Этот сорт не знаю. Ну, такие они тоже миленькие, хорошенькие. Тоже такая губа интересная в пятнышко. Тоже иду с кашпо для полива. Pink Girl есть 5 штучек, этих 2.
Тоже два цветоноса. Мультифлорка, сорт Broken Heart. Одна штучка есть. Это мультифлорка с прошлого завоза. 250 гривен. Broken Heart. Два цветоноса. У этой три цветоноса. По одной штучке есть. Шикарный ароматный зеепиталум Люстендорф. Восковой, ребята, как он пахнет. Жаль, телефоны еще не передают запахи. Очень приятный запах. Цветочек 10 сантиметров. Очень вкусно пахнет. Бульбы большие. Цена 250 гривен. Зеепиталум пришел весь как Люсендорф, но это совсем другой сорт. Это, к сожалению, я не знаю. Но тоже очень вкусно пахнет. Тоже крупный цветочек, цветочек восковой. Таких два есть. Вкусняшка. Такая вкусняшка. Необычайная. Такой один. Зеепиталумы все восковые. У этого цветочек немножко меньше, но красоты у него вот этого меньше не становится. Очень вкусно пахнет. Необычайные расцветочки. Такой красивый. Этот пахнет сиренью, кстати. Цена 250 гривен. Все зеепиталумы по одной цене. Вот такая вот камбрия, два цветоноса, коричнево-оранжевого цвета, ароматная. Камбрии тоже все пахнут. Цена 180 гривен. Эти камбри по 210 гривен, тоже восковые, тоже вкусно пахнут. Бульбы такие хорошие, большие. Ребятушки, какая вот эта камбрия красивая в домашнем цветении. Она намного пышнее. Она как лисий хвост по цвету. Очень красивая. Тоже вкусненько пахнет. Такая пушистенькая. Камбрия, как я сказала, 210 гривен. Вот эти вот три штучки. Это камбрия Биолара. У нее цветочек 11 сантиметров. Очень такая нежная. Я всегда, когда смотрю на орхидею, говорю, только Бог мог создать вот такую красоту. Очень красиво. Ароматная мельтония. Как видите, очень красивый рисунок. Похоже на девочку тут платьечки. Два цветоноса, очень пушистые кустики. Один, как видите, вот больше распущенный. И второй, вот так вот, еще закрытые бутошки распустятся у вас дома. Цена такая же, как и в прошлый раз, 220 гривен. Не забудь подписаться на канал. Мельтония 220 гривен. Сорт называется Solid Gold. Какое-то золото. В английском я не сильна, поэтому, ребятушки, если я неправильно произнесла, извините. Яркие, 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 яркие. До речі, телефонувала жіночка, запитувала, можна мені квіточку, орхідею така, що була яскрава, як соняшник. Люба жіночка, ось дивіться, оце вам яскраво жовта. Два цветоноса 350 гривень. Таких є 5 штук.
Клеточка здесь на яскраво. Клеточка 8,5 сантиметров. Сорт Fuller Sunset. Закат Фуллера. Два цветоноса 350 гривен. Это любителям желтеньких. Я тоже люблю желтенькие. У этой губа малиновая. У предыдущего сорта губа красная. Fuller Sunset 5 штук. Два цветоноса 350 гривен. Фаленопсис Пандора. Сорт Пандора. 11,5 сантиметра цветок. Необычайно крупный, очень красивый. Такой один. Цена 350 гривен. Бутоны крупные. Ну, сам по себе цветочек крупный. В домашнем цветении, вы же понимаете, он будет еще крупнее. Всегда в домашнем цветении растения лучше, на мой взгляд. Дикий кот есть практически в каждом завозе. 420 гривен вот эти. Перед этим были 430, были кустики попышнее. Девочки, кому еще я не перезвонила, кто бронировал кота, я перезвоню вам уже в понедельник. В выходной день звонить не буду. На следующей неделе коты тоже будут. Еще один восковичок Фантом. Тоже два цветоноса, 350 гривен. Цветочек фактурный. И тоже меняет цвет. Расцветает он намного темнее. От бордового до оливкового. Веточки, вот смотрите, имеют разветвление. Кустик хороший. Фантом один. 350 гривен. Красивый биглипчик еще один. Цена 300 гривен. Такой один. Девочки, кто бронировал, когда снимала видео по оценкам, кто-то бронировал такой в оценке. Отложила, но не перезвонила вам, девочки. В понедельник, вторник. Если не позвоню в понедельник, наберите меня, пожалуйста, в конце дня, потому что звонков много, я не всегда успеваю всем ответить, извините. Этот стоит 300 гривен. Губа очень красивая. Еще один красавчик. Magic Art. Magic Art, как я уже говорила, это сорт фантазийник. Может на одном растении расцвести один цветонос вот такой, как Diamond Sky, а один как каменная роза. Может один раз зацвести вот так, один раз как каменная роза. Ну, как ему заблагорассудится. Цветочек крупный, 9,5-10 сантиметров. Один цветонос 300 гривен, два цветоноса 350 гривен. Свободных 4 штучки. Пират Пикати. Два цветоноса 350 гривен. Тоже очень интересный сорт. Цветочек восковой. И тоже такой товарищ непредсказуемый. Может расцвести с разными черточками. Оттенок может быть разный. Поярче, посветлее, потемнее. Красивый сорт. В наличии 2 штучки. Биглипов много не бывает. 10,5 сантиметров цветочек. Нежная, красивая. Цена 300 гривен. Нежный восковичок Торино. Кто-то у меня заказывал, девочки, найду, кто просил. Красивый. Лимонный с красными венками, цветочек крупный. Торино 1. Торино 280. Белая крупноцветковая цветочек 10 сантиметров с ярко-ярко-желтой серединкой.
цена 250 гривен. Таких две штучки. Сорт не помню. Если кто-то знает, девочки, напишите, пожалуйста, если не сложно. К сожалению, на видео вот не видно, насколько ярко серединочка желтая. Вот это вот 170. Корешки показываю сразу, потому что не всегда бывает вовремя, могу вам снять цветочки, корешочки в личку. Поэтому, если кому-то быстро надо, девочки, звоним и отправляем. Посылки будем паковать, девочки, понедельник. Отправки со вторника. Понедельник отправлять не будем. Шикарный соло юкидан. В оценке в этом завозе их нету, к сожалению. Цветочек 13,5-14 сантиметров. Потом вот это вот он доцветает, доращивает юкидан. И потом вот это вот так вот каскадом сгибается, таким тяжелым. Очень красивое растение, благородное. Юкидан есть две штучки. И цена в этот раз просто прекрасная. 350 гривен. Еще одна грандифлора. Два цветоноса, но цена такая же. 350 гривен. Такая одна. Цветочек 12 сантиметров. Тоже большая. Мальчики, девочки, это тоже девочка забрала. Это под заказ. Это кимоно. Почему снимаю? Пилорики только под заказ. Если кому-то нужны пилорики, звоните, пишите. Просто пишу на список. Если пилоры, потом обзваниваю, либо пишу. Бабочек в этом завозе нет. Пилорики, ну вот этот вот 300 гривен был. Почему под заказ? Потому что пилорики, ну это на любителя. Кто любит такие, кто не любит. Поэтому если кому-то нужно, пишите. И опять-таки пишите, девочки, Viber, WhatsApp, Messenger, если кто-то не может дозвониться. Мальчики, девочки, у нас есть акция. Вот эти вот орхидейки, вот такие вот, по 200 гривен. Это не уценка, ничего. Один цветонос. Их немножко есть. Корешки, как видите, у всех хорошие. Это если кто-то очень хочет орхидейку. У него просто еще нет никаких в коллекции. Я думаю, имеет смысл. Цветочек у всех крупный. У всех крупный. Это Сакраменто. У него цветочек 9-11 сантиметров. Ну, как ухаживать будете? Этот сорт не знаю. Тоже нежненькая такая. И беленькие крупноцветковые. Анториум красный розовый 280 гривен. По оценкам вас сегодня не порадую. Оценки, кому обещала сфотографировать, девочки, и не сфотографировала в понедельник фото. Может быть, где-то будут какие-то неоплаченные. Новые оценки будут в следующем завозе. Из оценок есть сейчас вот эти вот два анториума. Вот это вот. Red Winner 100 гривен. Вот этот. Покажу сразу. Смотрите, точка роста здесь не одна. Раз, два, три, четыре, по-моему. И вот этот кустик побольше, 150 гривен. Это Red Prince. Ну, Красный Принц. Вот это все, что могу вам предложить на этой неделе из оценки. Что-то из оценок осталось с той недели, но в понедельник буду смотреть, какие есть оплаченные, неоплаченные. Поэтому сейчас с оценками не готова вам ответить. Такая одна. Цветочек крупный. 10 сантиметров. Ветвистая. Цена замечательная. 280 гривен. И корневая. Это тоже крупноцветковая. И тоже по такой же прекрасной цене. 280. У нее розово-оранжевая серединка.
высокая, красивая. Сантиметров 70, по-моему. Сорт называется Бабулон. Сорт пробит. Есть еще в этом завозе Калла. Цена 120 гривен. Вот это сиреневая. Красивый такой, насыщенный. А это насыщенно-розовый. Каллы есть луковицы. Луковицы 70 гривен. Но где какой цвет, я не помню. Приходили, но перепутали все бирочки, поэтому луковичку сейчас покажу. Это луковицы с прошлого года. Как видите, уже новые росты идут. И луковичка, смотрите, какая. Ну, даже не сказать, что луковица. Здесь целое корневище. Тут уже много вон детей. Каллы можно высаживать в открытый грунт. Можно в горшках выращивать. Кому как хочется. У кого где места больше. В открытом грунте они растут чуть повыше. И цветочек покрупнее. Ну и раз мы заговорили уже о уличных растениях, есть продажа магнолия. Сорт Леопард Мессел. Розовенькая она. У меня дома посажена темно-малиновая и белая. Малиновая уже цветет, 2 года как цветет. Ребята, какая она красивая. Цветы огромные, как ладонь. Можно формировать кустиком, можно деревом, как вам хочется. У кого сколько места. Можно делать ее короче. Можно повыше, как нравится. Цена замечательная, 280 гривен. Мальчики, девочки, есть глициния, но глициния моя домашняя. Если кому-то нужно, буду выкапывать. Так выкапывать просто так, чтобы стояла в магазине, не буду. Если кому-то нужно, звоните. Глициния разная есть. Есть 70 гривен, есть 100, есть 150, больше, меньше, кому какую. Ребята из Никополя, кто заказывал и оплатил ежевику, пожалуйста, позвоните мне, чтобы я вам выкопала и принесла, потому что уже давно время посадить. Мальчики, девочки, если кто-то не дозвонился, Бога ради, ну не сердитесь. Я просто не успеваю всем ответить одновременно. Дозванивайтесь, мои хорошие. Всего вам доброго.